башку. Оправдывайся, оправдывайся. Так я две сделала. Она мое старое видео выставила себе в ТГ-канал. Ну, типа, это нормально, да, вообще? Да, сдала практически пустой листок. Ребятки, в общем, сегодня будет влог наконец-то. Я буду снимать весь свой день. Вот, я только что проснулась, сейчас буду делать дела. Мыть голову, чистить зубы. И будем с вами собираться в художку. Просто меня очень многие просили школьные влоги, поэтому мы дождались. И сегодня я буду снимать свой день. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас я помою свою голову и к вам вернусь. Я уже помыла голову. Вот, сейчас я буду ее сушить. Потом буду собираться в художку. В общем, я высушила волосы. Сейчас я буду собираться в художку. В общем, я сейчас переоденусь. В общем, мне надо уже выходить. Вот. В общем, вот такой вот у меня лук. Сейчас еще возьму шопер. Короче, я уже вышла с маршрутки. Сейчас я иду в художку. Круто. Тут еще так красиво. Через 5 минут можно. Лампочки прикольные. Наши лампочки с камерой. Горизонтальные. Может, не тут горизонтальные. Мы же на блоге, на ТикТоке. Ой, наоборот. Это мне нужно сдать сегодня. Типа, это мне домашку задали. Это я давно сдала. Да? Прокомментируйте свои действия. Почему вы только сейчас это все сдаете? Потому что я две сделала на одна. Ой, одну сделала. Я две зато сделала, я вообще молодец. Я всю домашку... Оправдывайся, оправдывайся. Так я две сделала. Типа вот это мне задали на дом сделать. Это мне задали на дом, потому что я уходила. Мне еще домашку такую задавали. А еще я сделала... Это вообще... Я всю домашку делаю, просто всю. У нас весь класс ничего не делает, а я все делаю. Я вообще молодец. Смотрите, это мое видео. Оно было 9 месяцев назад. Ссылку на видео ищи. Че? Ссылку на видео. Зачем? Выставить. Куда? Короче, я думаю, что... Мой. Это мне стали нужно. Чтобы посмотрели, как я грохнулась. Это не приходит его пересматривать. Это вообще капец. Типа ты хочешь это видео выставить на свой? Да. Зачем? Это старое. Не надо старое. Просто все посмотрят наши... Да не надо. Да я хочу новое, чтобы ты посмотрел. Да я же не грохнусь опять. Мне ухо опять. Давай тогда тебе ссылку сделаем. Давай тогда ссылку, чтобы они нормально перешли по ссылке. Давай. Я не помню, какая-то. Так, как она, короче, выставила ссылку. Ты сама выставила. Потому что скриншотом это тупо слишком. Короче, она мое старое видео выставила себе в ТГ-канал. Ну, типа, это нормально, да, вообще? Да, то есть мне там еще заставка. Я там тоже есть, так что можно. Этот оставишь туда не план. В общем, я приехала уже домой. Вот, сейчас буду заходить, потом покушаю и пойду в школу. Вот.
Вот, короче, мы идем в школу. Аниме-магазин, короче, там рядом другой, там больше всего. Я могу просто поспорить. Она умрет. Хорошо, тогда вот так вот беседа. Короче, у нас сейчас классный фестиваль. Что, короче, сейчас у нас будет информатика. Что такое DSP? Эдуард Киркоров, так сказать. Короче, у нас должна была быть история, а в итоге ее нету, потому что учитель заболел, и мы просто тупо будем сидеть 40 минут. В общем-то, ребята, у меня уже прошли все уроки, все 6 уроков. Вот, я уже в подъезде, сейчас буду заходить домой. А, в общем-то, рассказываю, что было на последних уроках. В общем, последняя у нас это была алгебра. Все очень плохо, потому что у нас была самостоятельная. И у меня будет 2 100%, потому что я сдала практически пустой листок. Вот, но после уроков я, короче, подошла к учительнице по алгебре. Показала то, что я сделала за урок. Нам не поставила 4, поэтому эта двойка перекроется, поэтому у них все будет так плохо. Вот сейчас я, в общем, буду заходить домой, буду делать уроки, кушать и все такое. Вот, поэтому скоро этот влог будет подходить к концу. В общем, этот влог уже подошел к концу. Я пошла спать. Вот, сейчас я монтировала видео перед сном. Вот, сейчас уже ночь. Я хочу сильно спать. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Вот, надеюсь, вам понравился этот влог. Всем пока-пока!